Так, вот вторая часть видео, потому что у нас плюс 33 при 90% влажности. Телефон перегревается, сам выключается, уже с холодильника его ставит. Вот вторая часть. Переключаем. Так, мы, напоминаю, на второй раздатке, вторую скорость включаем. Третью легко все переключается. Сигнал заднего входа. Эта кнопка у нас горит, ну, проверка, что датчик охлаждающей жидкости уровней, он работает. Выезжаем на повышенную. Это задний. Проблем первая. Вторая. Тормоза работают. Третья. Самая повышенная. Так, это у нас ВД отключено было. Сейчас включаем. И колеса вот у нас прокручиваются. ВД все работает. Ставим на нейтралку. Ручник здесь есть. Как в машине. И теперь тоже самое интересное. Смотрите. Я пока отключу. Как раз двигатель горячий. Вот состояние двигателя. Он еще блестит от родной краски. Аккумулятор вот, он практически новый, да, ну прям по виду, что не грязный. И вот от него вот датчик, который уровня электролита вот здесь должен быть. Щитки все вот в поролоне, от типа шумки, все вот. Редко когда они уже это. Но вот то, что вот реально моточасы такие маленькие, реальные. Видите, все. И термо, плю этот. Вот этот шнур управления, селка с предохранителем. Ну, все грамотно сделано. Вот, смотрите, насос. Его вообще не то, что не трогали. Пылинки сдували. Пломба. Трехцилиндровый дизель. Вот так вот выглядит 500 часов. Давайте заведем. Зеленый концентрат. Вот наши руки. Тут сапун есть сейчас.
И вот сапун. Трактор как новый, в отличнейшем состоянии, с дополнительным оборудованием, с отличной фрезой. Так что кто возьмет трактор, 100% не пожалеет. Всего доброго, до свидания.